В прошлом году я совершенно случайно оказалась первый раз на вечере памяти Геннадия Кононова, и мне очень понравилась атмосфера. В этом году даже вопроса не стояло, пойду ли я сюда или не пойду. Естественно, это был однозначный ответ «да». Но перед тем, как сюда пойти, наверное, пришел в голову сделать такой эксперимент. И вот музыкальный эксперимент у нас получился, не получился, вы сейчас оцените. Но стихотворение, на которое мы сделали первый музыкальный эксперимент, называется «Иллюминация». Запретным плодом звучит магическим заклятием. Ядрёна мать! И с Новым годом! Печали связаны одною, среди шумных праздников народных. Побудь, пожалуйста, со мною. Побудь, пожалуйста, со мною.